Смотрите новости 16.12 чаще. Теперь выпуски выходят три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Подписывайтесь на 16.12 в соцсетях, чтобы первыми узнавать о свежих новостях. В следующем выпуске мы поговорим о таком. Назарбаев торопится выполнить все обещания, данные заграничным партнерам. Как бывший президент продолжает преступным путем распродавать страну России и Китаю? Как вести себя на самых массовых народных выступлениях за всю историю независимого Казахстана? Несколько полезных советов на 9 июня. Мирные митингующие не нарушают закон, но важно знать, как общаться с полицейскими. Почему доброжелательные жесты по отношению к полиции так важны?